Иу Чаваншу. Чай с 2000-летнего чайного Шенпуэр, урожая 2016 года, из ассортимента Tea Magic, Москва, Санкт-Петербург, Хельсинки. Аромат сухой заварки на прогреве дыханием. Сухофруктово, полынно, пряно, ментоловый. По проливам. Берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 40% от нормы. Первый пролив 90% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 40% от нормы. Четвертый пролив 90% от нормы. Пятый пролив 70% от нормы. Шестой пролив 50% от нормы. Аромат заваренного чая. Полынь, луговые травы, ментол, кислое яблоко в меду, полынь с яблоком, грибы. Особенно на центральных и последних проливах выходит именно вот эта нотка грибов. Полифенолы в наличии, и это плюс. Идеально прозрачный золотистый настой с осадком в мелкой фракции. При использовании чихая сито не нужно. Вкус заваренного чая. Полынь. Сильная нота. Сухофрукты. Слабая нота. Луговые травы. Нота средней силы. Мед. Очень слабо. Грибные нотки. Они, как уже было сказано, выходят на центральных и последних проливах, как и в аромате. Долгое, длящееся послевкусие полыни и луговых трав. Сильный расслабляющий эффект, который полностью подавляет работоспособность. Классический чай состояний. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.